Здравствуйте! Сегодня 7 декабря, и мы представляем проект Омской филармонии «Сальвадор Дали. Партитура снов». В этом проекте принимают участие самые яркие, самые замечательные музыканты Западной Сибири, Омский академический симфонический оркестр, главный дирижер Дмитрий Владимирович Васильев. Мы, режиссерская группа, хотим сказать большое спасибо Омской филармонии за то, что она всегда идет навстречу чему-то необычному, экспериментальному, может быть, даже эпатажному, где-то местами даже шокирующему, и позволяет нам удивлять омского зрителя каждый год, наверное, все сильнее и сильнее. В этом проекте зритель услышит многообразие гениальной симфонической музыки, увидит разные жанры искусства. Он сможет побывать одновременно на трех сценах, потому что у нас в этом проекте задействованы три сцены именно, и познакомиться поближе с гениальным художником Сальвадором Дали, который, собственно говоря, вдохновил нас, вдохновил дирижера, вдохновил оркестр на то, чтобы состоялся сегодня вот этот замечательный праздник разных видов искусства. Да, мы благодарим Екатерину Вельц, которая делегировала нам этот проект. Да, она автор идеи этого автор проекта. Автор идеи, да, и мы говорим ей огромное спасибо, передаем привет. Также в проекте принимает участие художник Татьяна Жарова со своими сальвадорами, которая будет удивлять своим искусством в фойе концертного зала. Ну и по участникам проекта это студия воздушной гимнастики Art of Fly и танцевальный проект Дмитрия Маленова, которые также будут с нами сегодня. Ну, отдельное спасибо и, опять же, отдельная такая галочка нашему светорежиссеру, художнику по свету. Да, это Станислав Ужаков, который сделал очень много для этого проекта, и, наверное, сегодня зрители увидят что-то такое, чего они еще не видели в стенах этого зала. Да. Так что мы надеемся, что проект будет жить, что он состоится еще один раз, зрители смогут его увидеть на сцене в зале концертного зала. Поэтому ждем всех, следите за рекламой Омской филармонии. И еще мы забыли сказать огромное спасибо продакшн-студии «Искра», которые являются авторами контента, который сегодня зрители увидят на экране. Спасибо, ждем.